Вы не поверите, куда мы с вами идем. Мы идем в Массимо Дутти. Вы понимаете, что из 4 Массимо Дутти в районе Большого Торонто закрылись 3. Осталась только одна. Один магазин, маленький, небольшой, очень большой, в молле, очень далеко от меня. Я прям ехала больше часа сюда, в пробках, в трафике. И вот так вот получается, что Массимо Дутти закрывается у нас почти везде, потому что дорого, дорого. Канадцы не любят тратить много денег на одежду. Вот в Заре все набито и всегда очередь стоит. А в Массимо Дутти всегда пусто. Вот мы сейчас зайдем, и вы увидите, что здесь никого нет. Ни одной живой души, если мне вообще разрешают здесь снимать. Потому что в предыдущем Массимо Дутти мне не разрешали. Но это был другой магазин, а вот витрины все в черном. Что-то так грустно, ну ладно, пропуск. Сейчас постараюсь снимать втихаря. Как будто бы и не снимаю, может, не очень будет хорошее качество, но вот прекрасный кожаный плащ. Очень хорошего качества кожа, настоящая. Жакеты, как всегда, Массимо Дуттивские. Жакеты известны своей... Качеством своим $329. Но это не так страшно. Тут пуховики, блузки. Пока меня не поперли, я снимаю. Какая интересная блуза, правда? Из такого сжатого. Из сжатого материала за $100. Не так страшно. Так, здесь тоже пальто. Сумочка интересная такая. Видите, они из двух видов. Вот такая большая и маленькая. Такая же тоже, конечно, кожаная. Очень симпатичная. Так, это мужской отдел. Мы сюда не пойдем. Пойдемте в женский. Углубимся. А вот какие малютки. Хорошенькие. Пуховики. Такая же блуза черная есть. Зеленая рубашка. Наверное, шелк. Давайте посмотрим цену, и тогда мы будем знать. $100. Наверное, может и не шелк. Юбка интересная. Красивый свитер. Белый. Ты сказала белый? Белый. За 169. Вот эти кожаные плащи сзади. Пока на меня никто не обращает внимания. Будем снимать в предыдущем магазине, который я раньше снимала. Там прям все на меня кидались, кидались. Несколько раз меня прям заставляли выключить камеру. Вот такой свитерочек коротенький, красненький. Белая блуза. Пальто красивое. Так, $500. 499. Наверное, шерсть. Хорошая, красивая ткань. Очень базовая. Просто очень. Так, дутевские туфли. Массимо Дутти очень любит изображать из себя Гуччи. Ну, посмотрите, это же типичные лоферы Гуччи. А вот какие симпатичные шлепочки на таком маленьком каблучке за 199. Вот эти тоже прям такие Гуччи, Гуччи Inspired, что называется, вдохновленные Гуччи. $169. Но я не знаю, они довольно мягкие на ощупь. Ну, я не знаю. Красивая сумочка пока. Посмотрите. На ней нет цены. У меня предательски включается вспышка, когда я снимаю, что сразу видно, что я снимаю. Кожаный жакет. Массимо Дутти один из немногих масс-маркетов, который остался еще верен натуральной коже. Я имею в виду в одежде, не в сумках, а не в обуви. Но там красивые сапоги. Пальто. Это такой типичный Массимо Дуттивский лук. Белая футболка, белые джинсы, серый кардиган и
такое вот пальто без подкладки. Очень мало пуховиков, вы знаете, так странно. Казалось бы, да? Казалось бы, зима практически уже, вот она у нас на носу. И вот куртки есть. Куртки есть, а пальто я не вижу пуховиков. $279. Куртки и пальто такие вот вязаные, пальто из ткани, но пуховиков я не вижу. Смотрите, какой симпатичный кардиганчик за $200. Ну вот поэтому они и закрываются. И вон с него как лезут, как все с него лезет на соседний черный жакет. Нехорошо. Коротенький такой пальтишко-пиджачок. Они закрываются, потому что у них безумные цены. Вот не любят канадцы такие цены. За такие цены, понимаете, можно... Я не знаю, что можно, но во всяком случае... Канадцы предпочитают Зару и H&M и Uniqlo. Потому что купил, поносил и забыл. И вообще канадцы предпочитают спортивную одежду. Я думаю, что это кашемировые свитера. Какая у них цена? Да, $279. Это кашемирно, конечно же. А там же есть этикетка. Давайте посмотрим. Да, кашемир, причем написано, что это премиум кашемир. И он действительно очень приятный на ощупь. Есть вот такие вот цвета. Очень красивые. Очень интересный пиджак. Вот этот такой с поясом, со стойкой, воротником. За $360. Вот что. Ой. Бесподобной красоты пальто сиреневого цвета. За 500. Ну вот куда такие цены? Вот скажите, куда? Куда такие цены за масс-маркет? Вот их ничему не научила жизнь, понимаете? Три магазина из четырех закрылось по причине, что никто ничего не покупает. Правильно, может, надо было как-то пересмотреть ценовую политику. Нет, просто закрыли магазин, оставили один магазин. Оставили один магазин на все Торонто, но цены оставили как были. Красивый цвет, но это вот на спине дырка у него. Вот сиреневый. Много сиреневых цветов. Ой, это такой с запахом красивый. Красивый свитер. $280. Девочки, которые меня ругают, что я плохо снимаю, ничего не понятно. Я должна, может быть, вы пропустили, но меня очень часто у нас в магазинах не разрешают снимать. Я стараюсь как-то это делать в тайне, не особенно издали. Если я стою далеко и держу телефон и снимаю, то меня просто отсюда выпрут. А мне не хочется. Потому что из Массима меня выгоняли несколько раз, поэтому я уже, так сказать, стараюсь тихонечко снимать. Особо не афишируя свои съемки. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ой, какой красивый синий костюм. Это прям рождественская тема. Красивый, бесподобный. Сумочка такая симпатичная. Померила бы его $500. Видите, у него одна красивая пуговица. Интересно, остальные обычные. Очень красивый цвет, обалденный. Это тоже, конечно, все на Рождество. Вот такой, такие костюмы, белый жилет. Белый красивый жилет и брюки. Это бархатное что-то. Это что-то с пайетками, юбка. Красивое платье. Ну, оно может быть не обязательно рождественское, просто платье вот такое прямое. Они сочли это рождественской темой. И вот бархатный костюм, пиджак. Бархатный пиджак. Брюки. Пиджак за $350.
Вот интересный, какой свитер или это жакет. Какой интересный, посмотрите. $329. Вот такой вот барашка. Вот очень интересное платье. Я, наверное, возьму его в примерочные. О, нет, это блуза. Вот платье. Если найдется мой размер. Оно как-то интересно сделано. Я пока не пойму, где у него зад, где у него вперед. Если найдется мой размер, я обязательно возьму его в примерочную. Но их вот только 3 штуки здесь. Будем надеяться. Вельветовые пиджаки, кожаные курточки. Натуральной кожи. Черное пальто. $500. Магазин маленький, выбора мало. Вот пуховики у них, видите? Здесь обувь. О, какие сумочки симпатичные. Смотрите, прелесть. Хорошие замшевые ботинки. Ну, вот эти ботинки, которые уже везде они были. Цена в евро 169 евро. Интересно, сколько это в наших долларах? 169 евро. Просто, чтобы сравнить цену. В наших долларах цены нету. Было бы интересно посмотреть, какая разница. Вот тоже лоферы, только на толстой подошве. Дутики, ботиночки. Хорошенькие сумочки, такие аккуратненькие, базовые. Пуховики с искусственным, конечно же, мехом. Какие-то жакетики симпатичные, кардиганчики. Вот такой вот на пуговичках. В боках какие-то черные полоски. Еще пуховик только белый. Белые брюки. Выбор очень маленький. Просто очень. Так, что это за сетка здесь? Это уже тоже Christmas edition. $75. Это их духи, что ли? Интересно. Сейчас понюхаю, покажу. Да, очень приятно пахнут, кстати. Вечерние шептуны. Парфюм. Так переводится название. Манхэттен, огни Манхэттена и не знаю, что эти слова означают. Все это парфюмы. Интересно понюхать огни Манхэттена. Потому что эта тема мне близка. Вы знаете, что я небольшой знаток духов, но у них мне понравились их запахи вполне так. Неплохо. Ремни. Вот снова сделаны под кучу ремешок. $80. Очень симпатичные сумочки. Есть такая бордовая. Ну, вы знаете фасон откуда. Есть такая черненькая за $199. Я думаю, что это кожа. Очень миленькая. Бордовый свитер, рубашка в полоску. Белые сапоги. Все это у нас уже есть. Красивая такая водолазка. Свитера. Я обошла весь магазин. Вот это тоже кашемир. Торочки, джинсы в полосочку, блуза бежевая базовая, $100, не шелк, наверное, сумочки такие, клатчики, симпатичные, $329, симпатичная сумка, но как она открывается, она открывается с этой стороны, нет, я не поняла, девочки. Кручу, верчу, запутать хочу. Короче, сзади, видимо, это у меня написано Massimo Dutti, а здесь она вот такая вот. А может, это и наоборот. Я так и не поняла, как она открывается.
не будем устраивать беспорядок. Вот малюсенькие хорошенькие сумочки, просто симпампушные помпончики. Ну что, девочки, я буду что-то подбирать себе, примерять, пока меня не выгнали отсюда с моим телефоном. Не выгнали пока что. Что-нибудь примерю. Наверное, что-то найду и покажу вам. Кардиган. Все, встретимся в примерочной, наверное, в следующем видео. Не хочу делать очень длинное видео. Поэтому до следующего видео. Всем пока-пока. Бай.